Всем привет! Сегодня мы поговорим о модернизации инструмента пресс-гидравлический модель ПГРС-120, ПГРС-300 и ПГП-300. Конечно, мы не будем изобретать довольно популярный инструмент заново, а вот добавить легкости в конструкцию, при этом чтобы она не потеряла свои технические свойства, мы попробуем. После легкой модернизации появился инструмент пресс-гидравлический, модель ПГРС-120А, ПГРС-300А и модель ПГП-300А. Давайте рассмотрим три положительных фактора в пользу модернизации рабочей головы. Первый. Инструмент стал легче. Рабочая голова изготовлена из специального высокопрочного алюминиевого сплава. Данный материал применяется в авиастроении для изготовления деталей, которые работают при высоких и низких температурах. В кораблестроении для уменьшения массы судов, изготовления корпусов, железнодорожной отрасли, автомобильной, нефтеперерабатывающей, и этот список можно продлять до бесконечности. Данный материал обладает низкой плотностью по сравнению с традиционной сталью. Благодаря этому вес инструмента снизился от 16 до 24% в зависимости от модели инструмента. Второй фактор. Удалось уравновесить инструмент. Центр тяжести сместился на 50 мм. Теперь при работе инструмент не перевешивает. Это позволяет одной рукой производить работу, а второй при необходимости менять матрицы. Поверьте, не все ощущения можно передать через камеру, но он реально легкий. В-третьих, проверенная временем гидравлическая система в сочетании с современными технологиями изготовления материала открывает новые возможности для работы данного инструмента. Инструмент удобно держать одной рукой, и при этом он все так же качественно выполняет опрессовку алюминиевых и медных наконечников и гильз.